200 километров по трассе и поймал себя на мысли, что я сзади высматриваю прицеп. Капец, мне постоянно кажется, что я тащу что-нибудь сзади. А я просто на легковой машине еду. Ужас. Цель моей поездки, одна из целей, это царствие гоночных трансмиссий. Привез вот Димке Кутилину коробку на обслуживание. Это какая-то стаповская коробка валяется, тоже на обслуживание. Так что в очереди считай. Здесь столько всего, станки, блин, вообще красота. Чё-то я сторис заснял, а где я чего не заснял, не сказал. Я нахожусь сейчас в городе Екатеринбург. Вот, есть тут у меня парочка, так сказать, дел, мест, куда нужно заехать. Поэтому сегодня вечером я здесь. Не знаю, успею уехать или нет. Может быть, поеду завтра утром домой. Потому что завтра много дел в Челябинске. Сейчас, в общем, отвечу всем сразу, потому что вопросов много задают по поводу, а что с Жигой, почему я вообще где-то чем-то занимаюсь, но нет нигде Жиги. Вот. Дело все в том, что пока что я не понимаю, что будет дальше. Не понимаю, как будет мой складываться сезон и где найти на него вообще желание и настроение. Но от переговоров, которые будут у меня сегодня и завтра, зависит, что я буду делать. Поэтому, кому интересно, кто следит, просто ждите информации. Вечерний Екатеринбург, точнее, выезд из города. Все, в общем, нагостился я в этом городе, поехал домой. Встретился с кем планировал, не со всеми, конечно, с кем планировал, но, видимо, в другой раз. Всем доброй ночи.